Здравствуйте, а можете представиться? Да. Я завуч начальник школы Толкова Ивана. В данный момент я председатель участковой комиссии 623. Как вы считаете, как проходит сейчас голосование? Нормально? Никаких я считаю, нарушений нет? Нормально, проходит хорошо. У нас очень хорошие наблюдатели от всех партий. И молодые, и... Ну, так скажем, не совсем молодые. Ну, да, да, да. Почему не молодые, но... У нас все спокойно, все хорошо. Опытные, мудрые, я бы сказал. Жалоб нет, молодые люди? Жалоб нет? Нет. Поэтому у нас все спокойно. И не будет. То есть, какие-нибудь трудности у вас при организации были? Трудности при организации, конечно. Во-первых, идут неравномерно... избирателей. То их очень много здесь, то их, вот видите, немножко меньше. Поэтому, конечно, становится очередь к людям. А вообще-то нет трудностей. Мы все сделали заранее. Подготовили хорошо участок, расставили, распределили обязанности. Все знают, кому что делать. Понятно. А с веб-камерами какие-то сложности были? Да, тут были. Вот я слышал. Вчера были, они почему-то раз и отключились. Потом приехали, включились, все нормально. А сегодня нет. Ну, технические какие-то. Да, технические, естественно, это хорошо. Сказали проветривать, видите, проветриваем. Вот у нас главный пункт, так скажем. Так что у нас понятно. Нормально, все хорошо. Ладно. Хорошо, благодарим вас, чтобы все прошло хорошо. Оставайтесь до вечера, считать будем голоса. Хорошо. Вот тут трудности будут, сами понимаете. Трудности, как вам сказать, не технического характера, а у нас же бюллетени одинаковые все, и придется каждый бюллетень отдельно не раскладывать, а читать, потому что там 6 кандидатов. Извините, а вы кто? Я Климов Константин Николаевич. А тут там по фотографиям не очень сразу. Нет, ну у меня просто, когда я по-разному одеваюсь. Да. Ну это, знаете, вы тоже бюллетень так же. Сначала вроде такой, а переоделся. Поэтому приходите там, у нас наблюдатели. Считать. Хорошо. Да на все участки ты не разорвешься. Нет, но здесь у нас очень хорошие. Не, я просто смотрю, тут наблюдателей нет, достаточно, поэтому... Я не думаю, что какие-то конфликты вдруг возникли. Не, наблюдатели нормальные, хорошие, куда уж больше. Конечно. Мы их погасим, Валентина Ивановна. Мы не позволим разгореться, никакому конфликту не будет, Валентина Ивановна. Ну, я не думаю даже, откуда он может быть. Мы же быть нормальный народ, понимаем, что это очень комиссия, дело чести. Комиссия отлично работает. Спокойная, да, интеллигентная. Все хорошо. Нам просто повезло, понимаете, у нас так же нашелся общий... такой, скажем, взгляд на наше сегодняшнее событие и у наблюдателей, и у комиссии. Мы едины. Да, я думаю, что когда люди хотят... Да, мы понимаете, победим. У нас цель одна – провести как можно лучше эти выборы. Когда люди хотят не ругаться, а конечно, сделать какое-то дело, конечно, они его делают. Конечно, не так надо. Вам победу. Благодарим. Ну, как решат люди. Да, да. Тем более, вы знаете, агитации или, как сказать, информации по местным было мало. А вы знаете, вот я что-то обратил внимание, вот мы с Татьяной Ивановной тоже ходили, вот на некоторых домах вывесили плакаты о том, куда приходить, ну вот где выборы, ладно, там кандидатов информацию срывают, а кто-то срывал? Срывают, и все время. Эти как их, куда ходить, уже 5 участков, да, вот, и кто-то срывал, вот, кто его? Да, я вот этого не понимаю. Не, понимаете, дворники бы срывали, если бы на всех. А тут на одном это, на другом это, на другом. Может быть, еще специально. Я не могу предсказать, почему срывают. Да, то есть, ладно, там... За кого голосовать, только, наверное, народ не знает. Не знали, в газетах не было опубликовано на них фотографии. Потому что, если, вот, например, я лично прослушала все дебаты Соловьёва, где там шли президенты, хотя какая-то... Есть общее. Ну, показывали, да. Как,
Пугачёва с Жириновским поругались. Это вообще. Я считаю, это стыдно. Некорректно, некрасиво. На весь мир это стыдно. Конечно. И она напрасно вообще себя бросила. Она немножко задрала Жириновского, по-моему. То есть она же ему провокационный такой вопрос тоже задала. Ну, не украшали. Да. А Жириновского мы 20 лет знаем. А он такой, он... Что? Ой, да.